как законно разместить свое рекламное объявление на 1 миллионе страниц ВКонтакте и при этом заработать более 1 миллиона долларов. Социальная сеть ВКонтакте – это одна из самых развитых в СНГ. Количество ежедневных посещений – более 45 миллионов человек в сутки. И каждый интернет-предприниматель мечтает о дешевой рекламе среди такой аудитории. Но для многих такая реклама просто недоступна по нескольким причинам. Во-первых, это дорого. Во-вторых, много рекламных кампаний модератор не пропускает. Объявления, которые размещаются в группах, удаляются. Аккаунты банятся и тому подобное. Сегодня у вас есть возможность создать условно свой рекламный сервис и размещать рекламу любого товара, услуги или проекта ВКонтакте на миллионах страниц, оплатив всего один раз $7. И это возможно благодаря сервису PostSpot. Причем вы сможете свои рекламные объявления изменять хоть каждый день, и они автоматически будут изменяться на всех рекламных площадках, где были размещены. В чем суть сервиса? Вы размещаете на своей странице 7 объявлений, то есть делаете 7 репостов, оплачиваете один раз стоимость участия в проекте всего $7, которые полностью распределяются по партнерской программе на 7 уровней глубину. Добавляете свое рекламное объявление и приглашаете людей присоединиться к этой системе по своей партнерской ссылке. Учитывая, что партнерская программа 7-уровневая, а количество партнеров на каждом уровне не ограничено, вы получаете отличный инструмент для рекламы своих объявлений на миллионах страниц ВКонтакте, при этом платите всего один раз $7. А ваша реклама размещается постоянно. И кроме этого, дополнительно, вам с каждого размещения со всех 7 уровней начисляется по $1 с каждого нового клиента. Представьте, что вы лично пригласили 10 человек, и они сделали то же самое. И так до 7 уровня. Таким образом, на всех 7 уровнях у вас будет в вашей команде более 11 миллионов человек. Страшная цифра, не правда ли? А ваша задача – это всего пригласить 10 человек. А соответственно, и ваше объявление будет размещено на 11 миллионах страниц ВКонтакте. А на вашем счету будет $11 миллионов. И при этом вы оплатите всего один раз и $7. Думаете, сказка? Нереально? Попробуйте, риска нет. И мы готовы вам в этом помочь и дать все необходимые готовые инструменты. Итак, шаг 1. Регистрация в сервисе PostSpot. Для этого заходим в раздел «Регистрация», вводим свою ссылку на страницу ВКонтакте, придумываем пароль от этого сервиса, записываем повторно этот же пароль и нажимаем кнопку «Регистрация». Дальнейший вход в свой кабинет вы будете делать со страницы «Авторизация», введя свою ссылку на страницу ВКонтакте и пароль, который вы придумывали при регистрации. Шаг 2. Далее вам надо отправить 7 объявлений других участников на свою страницу, то есть сделать 7 репостов. Поочередно нажимаете на каждую кнопку возле объявления и даете подтверждение разрешения на размещение. После этого нажимаете кнопку «Готово» и переходите к следующему объявлению. Как только будет размещено 7 объявлений, вам предложат составить свое объявление для размещения на страницах ВКонтакте. Это объявление состоит из заголовка, краткого описания и прикрепленной картинки размером 100 на 100 пикселей. Сохранив это объявление, вам предложат оплатить участие в проекте $7. Это делается единоразово. Оплата производится на сегодняшний день с помощью платежной системы Perfect Money. В дальнейшем количество платежных систем будет увеличиваться. Для успешной работы этой системы следующим этапом вам необходимо пригласить 10-15 человек. И чем больше вы пригласите личных партнеров, тем больше будет у вас потенциал заработка и рекламы ваших проектов. Сервис запустился только 30 декабря. У вас есть отличная возможность заработать $1 миллион и разместить в конечном итоге более чем на миллионе страниц свое рекламное объявление. Помните, в интернете зарабатывают не умные, а шустрые. И лучше иметь 1% от усилий 100 человек, чем 100% от собственных усилий. Жмите кнопку регистрации прямо сейчас. Успехов вам!